сегодня такой интересный, красочный день, на самом деле. На GTA 5 RP вышло обновление. Обновлены автомобили, обновлено много чего еще. Всякие там какие-то склады, не склады. Но мне хочется сегодня посмотреть, чисто глянуть, как будет выглядеть, как будут выглядеть новые автомобили. Потому что, по сути, как бы там ни было, это очень интересно. И опять же, просто понять, как они смотрятся, что за машины там добавили, какие койлы, что там, чего, какая скорость у них, соответственно, финальная будет. Так, мы немножко проехали, ребята, автосалон премиум класса. Погнали, сейчас заглянем сюда, посмотрим. Ой-ой-ой. Ну, народу тут, как всегда, много, я смотрю. Люди все смотрят за обновлением, смотрят, что тут нового. Давай, погнали. Так, это что у нас? Ох ты, ё-моё. Не знаю. А, это подожди, это что-то типа нового или кого? Шкода, нифига себе добавлено. Смотри-ка, интересненько. Так, это они, я так полагаю, добавили, что типа новое обновление? Или я даже не знаю. Слушай, ну, кстати, ничего себе. Слушай, интересная машина. Однако, что еще тут добавили у нас? Так, вот это вот добавили. Блин, что-то она мне напоминает, эта тачка, на самом деле, знаешь. Как будто бы что-то напоминает. 2900 стоит. Нифига себе цена. Ой-ой-ой, это что такое? Охренеть просто. Три ряда сидений, слушай, сзади. Ничего себе, 3 миллиона тоже. Ну, не знаю. Слушай, интересно. Так. Ой-ой-ой, здравствуйте. Новый этот еще. Ты погляди только. 3,3 мульта, ё-моё. За вот эту вот. Ну, кстати, она в черном цвете вроде смотрится прям зашибись такая, типа. Нифига себе, вид имеет базару зиро. Так, что еще есть? Вот такие вот, это... Лексус, что ли, ё-мо, я не знаю, на Лексус очень сильно похоже, короче, прям мгновенно. Знаешь, очень сильно похоже на Лексус, охренеть просто как. Так, здесь у нас что имеем? Это Бэха, по всей видимости. Какая-то только китайская, походу. Койл добавлен. 6 миллионов, блин, за койл. Скорость 22%? Чего? А, он электрический, ё-моё. Все, понял. Это электрическая тачка. Ну, кстати, скорость такая себе, на самом деле. Не... Хотя... Ну, такое, не-не-не, такое себе. Вот это вот что такое у нас? А ну-ка. Ля, ну вот это уже поинтересней, слушай, на самом деле. Но едет... Не, едет он далеко не на свои деньги, конечно. 5,8 миллиона за такую тачку. Не-не-не-не-не. Так, вот это ж... Ох ты ж, еще Шкода, что ли? Ничего, ну тут, слушай, тут только тест-драйвы можно смотреть. Игра называется, ребят, GTA 5. Ну, такой чистый контейнерный, обычный, знаешь, это как нуб-класс автомобиль, на самом деле. То есть, самая простая машинка, самая простенькая, самая обычная. Ничего такого в этом нет, ребят. Здесь что у нас? Тоже 57 уже, кстати, скорость. Ой-ой-ой, с юзами, бля, пошла, родимая. Пошла, родненькая, пошла, давай, вперед. На что скачать можно? Можно скачать на комп только. Ну, тоже обыденность, обыденная машина, 180, там, дай бог, 200 поедет. Вот это вот Шкода тоже, давай посмотрим, что. Слушай, ну это уже, кстати, неплохо. Она тоже нифига не едет, мне кажется. По салону как выглядит? Ну, по салону самое стандартное, хотя с планшетом, ничего себе. Слушай, с планшетом как будто бы неплохо. Давай, залетаем. Но это уже побыстрее едет, на самом деле, так. Маленечко. Ну-ка, хорошо, ладно, давайте посмотрим еще что-нибудь. О, ничего себе. Да ну нафиг. Серьезно, блин. Вот это я понимаю, вот это хорошо. Правда, тоже ни хрена не едет, но что-то... Да не, нормально, слушай, нормально, более-менее праворульная. Опа-ля. Вот это еще лучше, мерседесики, здравствуйте. Скорости, конечно, у него особо нет, но, тем не менее, тачка на самом деле огонь. Вид имеет еще... Ой-ой-ой, не, ну, кстати... Я не знаю, как-то странно, на самом деле, а с фарами как? А, фары как будто бы... Жестко затемненные фары, я понял. Что еще здесь такого интересного добавили?
Что-то как будто бы вот это вот добавили, нет? Вот это... Не, вот это было, получается. Я вот не знаю, вот эти вот штучки... Опа-на! Да ладно, ребят! Да вы смеетесь! Гелик добавленный! Да ну нафиг! В контейнеры гелик! Что-что, но вот этот гелик, мне кажется, будет хорошо стоить денег. Блин, он прям вид имеет такой, слушай, уверенный на самом деле. Я не знаю, миллионов 6-7 за него прям отдать. Ребят, за милую душу на самом деле, нифига себе. Нет, топовая тема. Офигеть просто, ребят. А тут что еще? БМВ, электричка что ли? Да, электрическая бэха. Вот электрички, блин, завсегда. Электрички едут, нихера себе, как бы они быстрые очень машины. Прям максимально быстрые тачки, электрички, это прям вообще. То есть ты как бы просто едешь и все, но это что-то как будто бы не быстрое, нифига, 200 км в час. Такое себе. Вольво. А ну поехали, Вольво. Опа, кому-то ревуэл-то выпала тачка, ребят. Офигеть, Вольво есть Вольво. Не, ну тоже неплохая, кстати, быстрее электрички даже едет. Слушай, неплохая машина. Ребят, всем привет! Чтобы поставить лайк, нужно зажать экран телефона или планшета и просто там выплыть окошечко. Поставьте лайк, пожалуйста. Тоже электрическая BMW, по всей видимости. Судя по всему, BMW. Ну, не знаю, блин. Название поменяли, тем не менее, знаешь, приходится только по виду угадывать. Машинка грязи, поэтому иногда сложно будет угадать, что это BMW, Mercedes там или Volvo, Lexus и так далее. Либо какой-нибудь вообще китайский автомобиль, знаешь. Так, окей, хорошо, это посмотрели, тоже койл. Блин, сколько электрических машин. Ой-ой-ой, вот это уже, слушай, она прям стартует. Вот это уже хорошо, слушай. Вот эта машина прям стартует, как будто бы, нет? Вот это прям ничего себе. Нормально. Ребят, проект GTA 5 RP, если что, сервер Sunrise, регистрируйте и заходите, промокод решетка барон, даю денег на развитие начальное, если что. Ламборгини, ребят. Стоп. А, нет. Ну, блин, просто я подумал, что, знаешь, она похожа, как будто из пропуска. Думаю, ну ё-моё. Добавили, сейчас еще бы цена хлеще упала. Не, ну ламба есть ламба, чё, свои там 300 она поедет, я думаю. По кочечкам даже, видишь, вон 300 с лишним было. В принципе, неплохо, неплохая машина. Вот это что у нас интересного, ну-ка. Ой-ой-ой-ой, не, ну это чисто бочком повалить на этой тачке. Да, ее носит капец. Ну это Фера, соответственно. Да, это Фера, но, блин, она прям вообще, у нее задний привод. Боком ее закладывать. Не особо она быстрая, я гляжу. Но, тем не менее, бочком на ней повалить, мне кажется, самый смак будет. Не, ну серьезно, смотри, просто так берешь так. Вау, вау, все, боком поехали. Не, красивая машина, перспективная на самом деле. Я думаю, многим понравится. Так, Гроти, что еще у нас? Ой-ой-ой, это что у нас? Боком? Уже не так, слушай, не, управляемость неплохая у автомобиля тоже, почему бы и нет. Я думаю, миллионов... Ну, миллионов 9 я бы за такую отдал, на самом деле, машинку. Во всяком случае, первоначально. То есть она что-то... Слушай, ну 260. Это не тюнинговано, и при том, это только тест-драйвы, поэтому скорость может различаться и быть намного больше. О! Буллет! Ты ли это? Ничего себе, ребят! Ничего себе! Всем привет, родные! Спасибо, что смотрите, обязательно ставьте лайк! Буллет! Ничего себе! О, здрасте! А, сразу в столб его, правильно, а чё бы нет? Не, ну это тоже, это задний привод, это лютая управляемость вообще, его только вон пятаки на нем крутить, по сути, и все. Мне кажется, я не знаю, что ему нужно сделать, чтобы все было, ай-яй-яй, чтобы все было хорошо. Ну, кстати, он даже без тормоза спокойно боком валит, ребят. Спокойно завернул, да, и бочком от погони уходить, я думаю, самое то было бы. Не, нормальная машина, только не едет ни хрена. Вроде бы, как. 200... Не, ну он разгон имеет, слушай, разгоняется нормально. Не-не-не, слушай, разгоняется, 290... 300 километров в час, я думаю, он поедет. Не, слушай, нормально, хорошо, ладно. Он просто дольше разгоняется, чем другие машины.
Но чисто теоретически тачка на самом деле прикольная. Так, и на этом получается все, да? На этом получается все. Ну а вот наша мечта, ребят, точнее моя мечта, что я в принципе хочу себе купить, это V-класс. Вот такой вот интересный мерседесик. Ничего себе. Вот это действительно машина очень крутая, ребят. Кто бы что ни говорил, но вот эта тачка мне прям, я не знаю, очень сильно нравится. Такая прикольная, если ее затонировать еще, это будет что-то с чем-то на самом деле. Машины просто супер, ребята. Просто огонь, я бы даже сказал, тачка. Вообще капец, куда нафиг. Давай возьмем какую-нибудь из обычного автосалона. Я не знаю даже, какую взять. Что-нибудь посмотреть здесь. Я бы хотел вот эту вот посмотреть, что это за у нас штучка такая. Тоже боком валит? Ну да, такое. Опа. Ля, выкинуло меня. Ничего себе. Ну, сцепление с дорогой не самое лучшее. Давайте возьмем свою лайбочку. То есть банально даже вот моя из пропуска машина, которая стоит банально там, ну, копейки, да? Она и то лучше управляется. То есть ей надо подруливать конкретно, чтобы она как-то боком чуть-чуть довошла. А так машина вообще супер. Ну и летает она вот так вот просто потрясающе, ребят.